Привет, друзья! С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. В прошлом сезоне я, натягивая вот эту сетку, видно ее в камеру, вот эту вот, для огурцов, шпалеру, я говорил, что целлофан принесло черный, надо убрать. Говорил, что скажу, как она прослужит, я обязательно вам, так сказать, отчитаюсь. Так вот, она у меня перезимовала. Она у меня простояла и это лето. Огурцы мы уже собрали, уже тут подчистили. Рано они как-то отошли в этом сезоне. И вот два сезона она стоит. Надеюсь, еще вторую зиму простоит. И дальше не знаю как. Это, конечно, хорошо, что здесь не носились зимой зайцы, кабаны, так бы они ее порвали. Вот так, значит, будем считать хорошей сеткой. Я в этом сезоне купил себе еще одну, но я ее не натягивал, огурцов высаживал немножко. Такая вот отличная, оказывается, шпалера. А я почему-то боялся, что она, если в зиму оставить, то она уже не вернется больше к жизни. Как она правильно называется, я не помню, палисад там или еще как-то. Ну, знаете, она в садовых центрах продается. Так что, если увидите, без сожаления можете покупать. Она очень легка в применении. Вот забил столбы. У нас здесь вообще на острове с материалом тяжеловато. Все делаем с подручных. То есть забиваем столбы, дальше прикручиваем дерево. Также вот, если заметили, у меня вон на винограде. Пойдем посмотрим, какие там шпалеры. Здесь пока у меня молодняк посаженный и шпалеры низко. Я по мере времени, берем этот целлофан отсюда. По мере времени я буду прикручивать дальше палки, но это уже в следующем году двухметровые столбы, там бруски вот такие вот, как здесь, видите, ну тут он метра три. И дальше продолжать натягивать проволоку стальную, я покупаю тоже в магазинах. Вот тоже попался уголок, я уголок забил, потом проволокой приматываю вот так столбы. И это у меня уже повзрослее кусты. Тут уже необходимость была их повысить до 2 метров и выше. Выше я сделал. А здесь пока молодежь, и в следующем году уже буду добавлять столбы. Вот так они у меня растут, через 2 метра друг от друга ряды. С севера на юг, на меня, я спиной к югу стою. По 3 куста, тут тоже 3, и там 3 штуки. 9 кустов, такой молодой виноградник. На нем пока еще ягоды нет, но я видел где-то сигналочки. Вот есть маленькие такие гроздочки. Мы их называем сигналками. И где-то еще видел, сейчас вот, вижу вот здесь. По сортам еще точно я не могу говорить, как называется. Мне черенки когда передавали, неуверенно как-то было так подписано. Но я, вот здесь бирочка у меня. Написано американский от Чудопалова. Ну, понятное дело, женщина покупала саженец у Сергея Владимировича, и точного названия тут неизвестно. Вот такие, в общем, шпалеры делаем мы на острове. Ну, держится надежно, потому что уголок этот и как все остальные трубы забиты на метр в землю, примерно метр торчат сверху, они у меня все двухметровые были, и простоит немало времени. На этом заканчиваю свое видео. Спасибо всем огромное за внимание. Да, куст, который я устраивал зимой обзор, кадрянка. Вот, видите, вырос не совсем много. Но на следующий год мы осенью обрежем лишнее. На следующий год обрезку я тоже буду снимать. Он даст хороший прирост. И будет уже похож больше вот на эти или вот на эти кусты. А это черенок сохранившегося винограда, зимой хранил в яме.
Просто попробовал, поставил, он укоренился. Тоже меньше, чем те, которые зимой мы укореняем. Заканчиваю на этом свое видео. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Всем пока!